Приветствую вас на канале Asmo Play. Играем и Call of Duty. Первое, так нажмите, чтобы начать задание. Немецкое. Батарся. Все. Еще здесь. Хрен. Нормандия. Дорога номер 13. 6 июня 1944. 8:15 утра. На хрен вам. Я не буду вас стрелять. А, вот так вот. Нажмите F, ага. Ага, вот и немецкий КПП. И что теперь? Да, не знаю. Может попробовать перестрелять этих ублюдков? Да. Блин. С вами так хрен договоришься. Какого дьявола ты делаешь, сержант? Я не знаю. Ого-го-го! Попади в него! Ну же! Ну я-то, по крайней мере, попал. Ну же, ребята, остановите их! Ну что это, пусть... Главное, стрелка сбить. Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Тихо! Вот так. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо! Ты бы так не вилял! На! Стоп, она стреляет. На, нахрен. В жбан. Тихо. На, окей, напоследок, чтоб меня не забывал. Ой, ёж твою мать-то! Попади в него! Ну же! В кого? В кого я должен попасть? Ты молись, чтоб по нам не попали. Он сейчас нам проходы завалит. Ладно, напомни мне поблагодарить капитана. Заткнись, Элдер, и выметайся отсюда! Ну же, Мартин, давай! Ты что, забыл? Ты сам вызвался! Блин, рука дрогнула. Вот. Вот. Чего мне не хватало? А что вы сюда смотрите? Нам туда надо. Найти другой транспорт. Давай, ты с чем стоял? С ружьем. Потихо... вот он, транспорт. Только с крыши сейчас будет. Подожди. Я для чего целым-то оставался? Так. Минутку. Мартин, прикрой его. Элдер, поторапливайся, мать твою. Слушай, сержант, я как раз сейчас тормозил. Так. Боже мой, он сейчас занят, так что ты уж сам. Да не сваливай где-то на меня. Машину. Мартин, прикрой нас. Опять прикрыть. Вытащи нас отсюда! Да.
Да. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Что, черт побери, я делаю? Хочешь сказать, кроме того, что ты себя убил? Он хорошо тебя добил? Почему погоня должна всегда происходить в играх вот такая? Со стрельбой. Мы проехали немецкие позиции. Проехали. Можно сбавить скорость. Не надо. Так, я вижу. Сказал, можешь притормозить. Так все нормально? Ах, да, верно. Извини, сержант. Извини. Правый поворот, тут направо. Ты тут попал, еще... попал. Тут еще повороты, что ли, есть? По полю поехал. Что-то тихо так. Не подозрительно ли вам? А, мы к своим приехали. Я доложу майору Шепарду и получу новые распоряжения. Ага, можешь расслабиться, только никуда не уходи. Ладно, ладно, сержант. Какого черта я еще могу сделать? Ну что ты можешь сделать? Ну давай, дальше тогда. Побеждает тот, кто продолжает стоять персей. Ну давай. Июнь 44-го, 9 недалеко от Сан-Марио Дюмон, Нормандия, Франция. Поместье Брекурт, Франция, 6 июня 44-го. Прикрывайте нас с фланга 30-м калибром. Второе звено, вы в резерве. Понятно, Элдер и Мартин за мной. Все готовы? Ты меня назови, кто я такой-то? Тут имя-то не подписано у меня. А, ускорения нету. Все время бегу. Так получается. Хотя нет, смотрите, они быстрее меня. Там уж мать, тут согнутые, блин, раком бегут вот так. У них впереди два МГ-42. Третья группа, отвлекайте их на себя слева. Вторая группа, впереди справа. Ну, давайте. Так. Назад в укрытие, эта пушка сейчас бабахнет. Да подождите. Эй, вы в канаве! Шевелитесь! Вылезайте. Так, подожди, я соберу. Я заслужил. Ну, я готов. В канаве. Да если бы не я в канаве. Лежал бы сейчас сдохлым. Молди. Сержант Молди. Ты вроде в прошлой игре у меня был. Так вот. Как-то так, девочки. Асмодей живет недаром, семерых одним ударом. Внимание! Возвращайтесь! Пока не закончили, продолжаем. Подожди. Внимание! Возвращайтесь! Пока не закончили, продолжаем. Давай. В атаку. В атаку. Все берем, все крушим. Нас ничто не остановит. Так вот.
Давай. Бежим. У меня еще нет взрывчатки. Так. Задача обновлена. Что? Получить взрывчатку от сержанта Моуди. Сержант Моуди. Мир. Шнеры, шнеры, уходим в вашу мать. Итак, знание хоть каких-то языков нам помогло избежать нынешней ситуации. Итак, эй. Эй, бутырки. А я вас ждал. Так, что у нас? Уничтожить сир. Так, осталось две. Так. Всех завалим. Кто тут остался, блин, с крыши сейчас стрелять будут. С крыши стрелять будут. А ведь я такой хороший парень. Кто в кого еще стрелять? Я тут всех перебил. У тебя еще фланги есть. Брешешь, падла. Так. Кто где? Так. Стрелка над или под звездой на компасе, значит, стрелка, ага. Стрелка на компасе. Это мы знаем. Я думал, может, что-то новенькое, что-то серьезнее. Ну, пойдем, пойдем. Как тебе пулю в живот садили? Ты еще что-то там булькаешь. Быстрее, снаружи фрицы. Возьми этот пулемет и используй его на всю катушку. Давай. Почему там не досталось? Так, уничтожить все артиллерийские, так осталось одно.
Чё ещё? Ну пойдём. Так, где тут спуститься можно? Ай-яй-яй-яй-яй. Ой-ой-ой-ой-ой. Прикройте меня! Прикройте меня! Давай. Я не понял, что вы все туда убежали, меня бросили. Ну что меня бросили-то? Тут что-то есть, что ли? Что тут? Тут ничего нету. Чего вы все сюда ломанулись-то? Ё-моё. Как с вами трудно. Вперед, вперед. Это их последний. Спокойно. А своего же еще давай. Так, подождите меня. Я сейчас быстренько оклемаюсь. И помогу вам. Хорошо? Что такое? Вот так вот. Ладушки. Ладушки, ладушки. Захреначили мы в доме всех у бабушки. Даже не знаю, стоит ли зачищать дома. Но он по кому-то стреляет. В доме. Давайте смотрим. Оп. Куда мне потом бежать-то надо будет? Ой, осколки. В войне победу заменить ничем нельзя. Генерал Дуглас МакАртур. Ну что ж, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и колокольчик, чтобы не пропустить следующий выпуск.